На площади Луговой загорелся трамвай. Во время ЧП в салоне вагона находились пассажиры. Трамвай следовал в направлении Спортивной. В районе площади Луговой вагоновожатая почувствовала, что в салоне появился подозрительный запах. Женщина немедленно остановила транспорт и высадила пассажиров. За считанные секунды трамвай окутал дым и появилось открытое пламя в районе моторного отсека. Видели людей? Много было? В вагоне? Ну как? Немного. Ну человек 20, может быть, 25. Они все вышли. Конечно, девчонкам, ну, неприятность это. Работа на работу есть, девочки. Как думаете, что вообще случиться могло? Мог взорваться. А для тушения понадобились силы нескольких пожарных расчетов. По словам специалистов, изначально огонь удалось сбить подручными средствами. На момент прибытия караула в составе одного отделения было обнаружено, что открытым пламенем горит двигатель трамвая. Трамвай был обесточен, обесточена контактная сеть. Приступили к охлаждению колесной пары при помощи ручного ствола. Тушение производили порошковым огнетушителем. На момент прибытия людей в трамвае не находилось. По мнению очевидцев, благодаря грамотным действиям специалистов, последствия возгорания удалось быстро ликвидировать. С помощью другого вагона неисправный трамвай отбуксировали в депо.